Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с интересными людьми, актрисами. Анита Стюарт, американская актриса эпохи немого кино. Анита Стюарт родилась 7 февраля 1895 года в Бруклине, Америка. В 1911 году киностудия «Витаграф» предложила актрисе контракт, и в том же году состоялся ее дебют в кино в короткометражной драме «Повесть о двух городах». Я пользуюсь Википедией. В 1917 году вышла замуж за актера Рудольфа Камерона. Через этот брак стала невесткой режиссера Ральфа Инса, по протекции которого стала получать более заметные роли в картинах киностудии. В конце 1910-х, начале 1920-х годов Анита была одной из самых популярных актрис немого кино и часто снималась в романтических мелодрамах в паре со своим мужем. В 1918-м ушла с киностудии «Витаграф» и заключила контракт с будущим киномагнатом Луисом Майером. Согласно условиям этого контракта, Анита основала собственную компанию, которая продюсировала картины под руководством киностудии Майера в Лос-Анджелесе. Между 1918 и 1919 годами выпустила 7 относительно успешных фильмов, в каждом из которых играла главную роль. На протяжении 1920-х годов актриса продолжала сниматься. Всего в эру немого кино на экраны вышло 100 картин с ее участием. В 1928 году она развелась с Камероном и через год вышла замуж вторично за некого Джорджа Пибоди Конверса. Карьера Аниты закончилась с наступлением эры звукового кино. Появившись в 1932 году в своем единственном звуковом фильме «Голливудский гандикап», актриса перестала сниматься. Умерла от сердечного приступа 4 мая 1961 года в Беверли-Хиллз. За вклад в развитие киноискусства Анита Стюарт была удостоена звезды на Голливудской аллее славы. Ну так вкратце из переводной Википедии у американской актрисы эпохи немого кино Анита Стюарт. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.